ребята, сегодня очень необычный выезд. Можно сказать, заштатный, не часто такое случается. Сегодня я еду делать диагностику к автомобилю МАЗ, бензовоз. Что касается самого агрегата слива топлива, я с этим не работаю. Эти дополнительные устройства мне не знакомы, хотя они достаточно примитивные и достаточно несложные. А вот базовая модель, рама там и так далее, это всегда пожалуйста, что называется. По-моему, машина с 651 двигателем. Больше про машину ничего не знаю. Приедем, посмотрим. Итак, едем смотреть МАЗ, бензовоз. Эпоха МАЗа, ребята, начинается. Автомобиль крашеный в корпоративный цвет. Сверху наклеена пленка с левой стороны, или краска. Пленка. И она уже немножко начинает отставать. Задняя стенка кабины с левой стороны покрашена. Имеются такие какие-то повреждения, но это внутри что-то вешали. Но машина покрашена достаточно таким жирным слоем. Фильтр-отстойник чистый. Коробка, соответственно, механическая. Отбор мощности. Сальник слегка потеет. Надо смотреть, почему. Кардан многократно снимался. Да, очень неудобно будет менять фильтр. Система воздухоподготовки, стоит он под бочкой. В принципе, красиво все смотрится. Пакет рессор. Рессора повреждений нет с левой стороны. Остаток резины. Но здесь процентов 35 последняя ось с левой стороны. Ведущая ось чуть-чуть побольше. Внутреннее колесо можно выкинуть. Внешнее еще неплохое. И они разного рисунка стоят. С чем, в принципе, эксплуатация запрещена. То есть здесь механик, видимо, не знает правил дорожного движения и технического регламента. Пока повреждений не вижу. Это свежеповешенное. Все, что с правой стороны стоит. Тяга поперечной устойчивости заднего моста. Соленблоки под замену. Пакет рессор с правой стороны цел. Повреждений нет. Правая сторона резина так интересно, с правой стороны и с левой на одной оси резина одинаковая, расход. Здесь уже можно выкинуть резину с правой стороны. Ведущая ось кама. И остаток довольно-таки приличный, за исключением внутреннего баллона. С левой стороны он другого цвета вообще, с рисунком. Эксплуатация в таком виде запрещена, тем более перевозка горюче-смазочных материалов. Кол механику по выпуску автомобилей на линию. Это бачок автономного отопителя. Приколхозили в буквальном смысле слова. Штатно он здесь не располагается. С правой стороны к
кабина в точной сварке. Крашено это все с оплывом, вне соблюдения всех правил по покраске, и наклеено, судя по всему, тоже так же, потому как вся эта бумажка, мягко выражаясь, отстает. С правой стороны передняя правая, с большим остатком достаточно, кардиан. С левой стороны остаток тоже достаточно приличный, кардиан стоит. Покрашен он тяп-ляп, с подтеками, без соблюдения технологии покраски, и все это нафиг отвалится. Под капотом шильдик с ВИН-номером. Но это базовая модель, а он идет по ВИН-номеру. Он же шел без цистерны, правильно понимаю? Гидроусилитель руля течет, сальник. И эти гидроусилители у нас в России не ремонтируются, только замена. Это раз. Боковинки свежеустановленные, прям совсем свежеустановленные, болты еще не заржавели, это два. Так, так, так. Краска еще осталась на интеркулере. Тяга поперечной устойчивости переднего моста. Имеет люфт. Передний сальник течет на двигателе. И видно это очень хорошо. Просто замечательно видно. Здесь что-то правили с левой стороны. Но здесь у них обычно низ гниет. Скорее всего, это причина и была. Все позакрашено. Дверная рамка подварена и сильно. Вся подварена с левой стороны. Интересно. Не кувыркалась ли машина случайно? Салон выглядит вот так. Достаточно неплохо сделан. Такой весь под кожу. Подушечка. Тахограф стоит. Посмотрим. Судя по тому, что лестницу еще не обтерли ногами, совсем, от слова совсем, машину красили недавно. Совсем недавно. Повторители поворотов имеют тонировку, что противоречит регламенту техническому. Автомобиль в таком виде эксплуатировать запрещено. И с правой стороны указатель поворотов затонирован. Отобрать к чертям права надо у этого наездника. Пленка здесь вздута. Тяп-ляп. Правая сторона кабины. Дверная рамка. Целое повреждение не имеет. А вот с левой стороны ее варили. А здесь уже гнили, ржавчина, вот она. Правая подножка вообще, после того как покрасили, никто на нее не вставал. И болтики еще новые. То есть, в принципе, машину покрасили незадолго до продажи. Сама бочка. С левой стороны передняя часть имела повреждения какие-то. Такое ощущение, что он лежал на боку. Когда-то. Может быть, я ошибаюсь, но очень сильно похоже. Покрашено все это с подтеками. Здесь вообще из баллончика подкрашивали.
недавно перетягивали лонжерон подрамника крепления. Масса здесь отсутствует. Проводок оторван. Рама целая. Вот она, ржавчина, и просто покрашена без удаления ржавчины. Крылья пластиковые, свежезакрепленные и сверху покрашенные. То есть машину собирали перед продажей. Теперь все понятно. И скорее всего она какое-то время стояла. 651 двигатель с ЕГР. Передняя рессора трехлистовая. Тяга рулевая менялась, продольная когда-то. Знаете, что за устройство тут лежит? Я так понимаю, сапун выведен сюда. Усилитель бампера с левой стороны цел. Здесь то же самое. Шайбочки болтаются, даже не закрутили, лень было крутить. Трубки на рампе откручивались многократно. Но здесь все в грязи, сейчас не видно ни шиша. Генератор не его. Масляная горловина, не вскрывать. Первый раз такое вижу. Удивительное дело. Ну, клапанная крышка когда-то вскрывалась, но давно это было. Весь он в антикоре, лонжероны подкабинные левой и правой целы, повреждений нет. Но такое ощущение, что эта машина на боку на левом лежала на самом деле. Когда-то. Коробку многократно снимали. Это хорошо видно. Ну, остальное посмотрим. Здесь из коллектора подтекает масло последнего цилиндра. Уже все понятно. 651 двигатель, в принципе, ходит до миллиона. С правой стороны усилитель бампера цел, повреждений нет, но машину явно собирали незадолго до продажи. Даже крепления все свежие. Крылья, все поприкручено, машина свежепокрашенная, покрашенная по ржавчине. Чисто на продажу. Лонжероны левой и правой рамы целые, повреждений я не вижу. Шток подъемника кабины течет, штуцера. Незначительно, но течет. Ну, в общем, механика по выпуску можно увольнять. Просто за тонировку повторителей поворотов на кабине. Амортизаторы когда-то менялись, и он не докручен. И гаечки не его. Штуцер насоса гидроусилителя руля течет. Соответственно, воздух будет в системе. Блок управления двигателем ИДЦ-7 и С-31 снимался, закреплен нестандартными креплениями. Сомневаюсь я, что тут пробег родной. Ну и двигатель течет передний сальник. Плюс течь последнего цилиндра выхлопного коллектора. Белая полоса. Маляр, видимо, красит все время мусорные бачки. Понятия не имеет, как красить автомобили. Здесь то же самое. Оплывы. Да. Левый край вверх кабины. Пленка. Пленка отстает. Не руками все это положено. Какой-то колхозинг. Дверная рамка левая
ржавая вся, и ее с левой стороны правили. Такое ощущение, что машина лежала на боку когда-то. Плюс на бочке вот эти вот с левой же стороны, и здесь тоже с левой стороны это все, вся вот эта сторона. Да, серьезно все. Но на раме повреждений я не вижу. Рама тоже покрашена по ржавчине в черный цвет, но чисто на продажу. Обычно, если падает на бок, то с повреждением рамы. Здесь пока такого не видно. Верхние швы проклеены, чтоб не ржавели. Но верхняя левая часть кабины такими волнами. Видно это тоже хорошо. В общем, машина, лежавшая на левом боку. Бочки очень часто кувыркаются. С правой стороны таких повреждений даже на бочке нет. Ну и рама, в общем-то, целая. Крепления совсем свежие. То есть это все крепили перед продажей. И красили перед продажей. Она не ездила после того, как ее подготовили к продаже. Понятно все с вами, ребята. Машина не ходила после того, как вы этот подиум сюда положили, чтобы он не влетел в лобовое, потому что он не закреплен. Просто лежит. Заодно резинка просто на улицу дырка. Солнцезащитный козырек свежепоставленный. Гаечки блестят. Машину делали на продажу. Стекло вклеено неправильно. Вставлено 22-й год лобовое стекло. 13-го года боковые стекла. То есть машина 13-го года. Лобовое 22-го. Дырка на улице говорит о том, что работали очень хорошие мастера. Вот эти все боковины вскрывались. Масса. Зарядка 24.2. Запуск. Прибор активируется. 193 тысячи. Ой, нет, 19 342 километра. Ха-ха, и 3 ха-ха еще вдобавок. Запустился быстро в штатном режиме. Красиво. О, тут даже цепляет что-то. Стук такой. То есть машину собирали вообще просто. Люфт рулевого колеса. Здесь нет резинового уплотнителя, все наружу. И стук колонки очень серьезный. То есть это не транспортное средство, ездить на нем нельзя в таком состоянии. Тахограф. Печать, автомобиль, технические данные, нет бумаги. Сибдорстрой. Тахограф, распечатка. 22.03.14 года, 123 321 километр. А здесь у нас 19 342 километра, уже все понятно.
ВИН-номер ее. 123 321 километр. 14 год, 22.09.14. Корректировка 28.09.14 со 123 321 километра на 131 672 километра. Аттестация тахографа больше не проводилась. Сибдорстрой Пангоды. Обалдеть. И вот как перевозят нефтепродукты, когда аттестация тахографа отсутствует. В тахографе 171 406 километров и 2 десятых. Любитель тонировки фонариков тут ездил. Ну, торпеду, конечно, не раз разбирали. Там вообще все смонтировано, топ-ляп. Вот здесь утеплитель такой. Как-то все не руками совсем. С виду вроде так красиво все, но сильно не руками. Зеркальные элементы новые. То есть машину собрали перед продажей, покрасили, она не ездила, потому что даже под крыльями крепления не имеют следов ржавчины. Крепление бочки не имеет следов ржавчины, и машина явно когда-то лежала на левом боку. Ну и, ребята, обыкновенный сканматик. На самом деле очень неплохо работает с такими автомобилями. Очень неплохо. Но давайте начнем с ошибок. Неисправность клапана управления заслонкой горного тормоза. Разрыв цепи. Это неисправность подлинная, которая сейчас висит. Вот эти неисправности остались у нас памяти. Неисправность датчика давления напряжения, ошибка регулирования положения заслонки рециркуляции от работающих газов, заклинивание пневматического привода заслонки рециркуляции от работающих газов, нарушение режима управления дозатором ТНВД, форсунки неправильно на нем работают, отсюда течь в шестом коллекторе шестого цилиндра. Неисправность датчика номер 2, положение педали газа. Это бывает тогда, когда иногда проваливается давление по топливной рампе. Неисправность датчика скорости автомобиля. Сигнал неверный. Зашибись. Нарушение режима управления дозатором ТНВД. Превышение максимального отклонения. Дозатор пытался уравнять давление, у него это не получилось. Зажигание 12 вольт. Это севший аккумулятор. Давление масла слишком низкое. Низкое давление масла. Зашибись. Полный букет. Моточасы. Пробег 32 697 километров. Счетчик оборотов двигателя 76 017. Наработка в часах 1269. Время работы ИБУ 1284. То есть ИБУ здесь не от него. Суммарный расход топлива и так далее. Зашибись. Конфигурация. Тахограф. Да, вообще обалдеть. ВИН-номер в ЭБУ пробит не его. Зашибись. Дата производства ЭБУ 20.04.13, а машина, судя по всему, 13 года. Полная хрень. Абсолютнейшие переменные. Число ошибок 10 в памяти висит. Напряжение бортсети. Заданные обороты слишком высокие, 845. Количество впрыскиваемого топлива сильно варьируется. 14,4, 12,8. Форсунки текут здесь. Поэтому и дозатор не справлялся. Низкое давление топлива 7,2. Варьируется. Это капот так закрывается.
пытаются закрыть капот. Давление в командрейле 764-758. Скважность импульса дозатора от 16,9 до 17,05 прыгает. Давление наддува 1,007. Кладем ногу, набираем обороты, смотрим, что получается. Наддув полный. Температура масла 55,5, давление масла 3,1. АБС стоит 13-го года, его родной. Конфигурация. Ошибки. Ох, датчики по всем колесам бьют, блок управления не отвечает. Это неактивные ошибки. Электрическое питание низкое, коншина отказ, лампа АБС, замыкание на землю. Зашибись, весь букет. Переменные. Пробег 432 881 километр и 9 десятых. Вот это его подлинный пробег. Лежит он в ВБС. Часы 15 465 мод-часов. Машина прошла почти 433 тысячи километров. Ну, для такого автомобиля достаточно прилично. Обороты высокие, холостые. 845, ну 850, должно быть немножко меньше. 690 где-то. Форсунки отключать сейчас бесполезно при таких оборотах. Но, в общем-то, с автомобилем все более-менее ясно. Итак, машина прошла 433 тысячи. Течь переднего сальника двигателя, течь масла из шестого коллектора, неисправность топливных форсунок. Рулевой сегмент стучит, рулевой гидроусилитель руля, сальник верхней крышки течет. Внутреннее колесо с левой стороны на ведущей оси установлено не по рисунку, эксплуатация запрещена. Поворотники, повторители поворотников на крыльях установлены тонированные, эксплуатация запрещена. Лобовое вклеивали, там дырка с палец проходит в дырку. В отверстие, которое существует, лобовое установлено неправильно. Машина, явно лежавшая на левом боку когда-то. Что еще? Что еще? Ну, я думаю, что все-таки 13-й год с таким пробегом должен стоить, там, я не знаю, 1,5 миллиона. Но бензовоз, правда, но я не знаю, что здесь с агрегатом, с бензовозом. Но в этом я не разбираюсь. Ну, вот так. Теперь давайте порассуждаем. Да, автомобиль продает организация. Автомобиль продается как транспортное средство. С такими неисправностями регистрационные действия автомобиля запрещены. Машина не имеет права на регистрацию по причине технических неисправностей. Соответственно, в данном случае машина не имеет права продаваться как транспортное средство. Позабавил сторож в проходной. Стоит мужчина, одет во все черное, на футболке фирменный значок бренда компании. Я выхожу, он без бейджика, без ничего, вообще без ничего. Я выхожу с сопровождающим, он говорит, а можно сумочку открыть? Я говорю, а вы кто? Он говорит, я охранник. Я говорю, будьте добры, удостоверение, лицензию, бейджик. Он опешил, нет, мне, говорит, просто посмотреть. Я говорю, так вот и мне просто посмотреть. Давайте, говорю, начнем с того, что я вам расскажу, как выглядеть должен пост охраны. Он осекся. Я говорю, что, будем полицию вызывать? Или вы все-таки предъявите удостоверение? Но тут вмешался сопровождающий. Сопровождающая была женщина, она сообразила, что к чему. Говорит, ладно, ладно, все, пусть идет. Вот так у нас охраняются какие-то объекты.
И вот так себя ведут люди, которые занимают пост охраны. На самом деле это никакой не охранник, это вообще получается случайное лицо. И никаким досмотром он не имеет права заниматься. То есть он имеет право при подозрении вызвать полицию. Ну и вот так. В общем, пришлось поставить его на место. И вы знаете, это, кстати, не первый случай. Я натыкался на ситуацию, у меня до сих пор сохранилась эта съемка, когда охранник за пределами своей охраняемой территории, причем лицензированный охранник, правда, опять без бейджика, опять даже не представился, пытался нас, а я осмотрел автомобиль, недалеко до его проходной, где-то метров, наверное, 300, здесь стоять нельзя. Я говорю, почему? Потому что у нас тут стоять нельзя. Я говорю, кто ты такой? Ну и началось вот это вот, я тут царь и бог и так далее. В итоге я нашел, в итоге даже не так получилось. Я пошел после того, как сделал свою работу, машина все-таки уехала, мы оттуда никуда не уехали, да? Я сделал свою работу, пошел к ним на охраняемый объект, на пост. Я говорю, будьте добры, покажите, какая компания, кто вы, представьтесь. Я вам не обязан. Но я в итоге отснял на двери табличку принадлежности к охранному предприятию, нашел руководство, предъявил видеозапись, а я все снимаю на видео, предъявил видеозапись и попросил наказать охранника. Мало того, я говорю, давайте так, я приеду, и он передо мной извинится. Но, правда, этого не получилось, все мне обещали, а потом пропали. Но дело в том, что вот эти вот люди, которые занимаются якобы охраной таких каких-то объектов, они всегда пытаются превысить полномочия, вплоть до драки, ребята. И это не первый раз. Есть положение о лицензировании охранной деятельности, там все описано, как должен быть, как выглядеть должен пост охраны, как должен выглядеть охранник, что он имеет право, на что он не имеет права и так далее и тому подобное. Но эти люди, у них замыкает настолько, что они прям лезут в неприятности. Ну и соответственно, продаваемый автомобиль должен соответствовать техническому регламенту. Если он не соответствует техническому регламенту, это не является транспортным средством. То есть оно является транспортным средством, но не подлежит регистрации, потому что не отвечает техническому регламенту. А именно, нечитаемые ВИН-номера, или одна из цифр ВИН-номера, или перебитый ВИН, несоответствие установленной модификации агрегатов, грубо говоря, вместо одного двигателя стоит другой двигатель, вообще другой модели. Несоответствие модели автомобиля и того, что на нем без согласования с заводом висит. Соответственно, горящая лампочка АБС, это тоже уже по теперешнему техническому регламенту считается неисправностью, регистрационным действием. Такая машина, как транспортное средство, не подлежит. Я уже не говорю про то, что рулевое колесо имеет люфт. Я уже не говорю про то, что на одной оси установлена разного рода резины, резина покрышки колеса с разным рисунком. Я уже не говорю про то, что, допустим, машина оборудованная каталитическим нейтрализатором и системой AdBlue. Если AdBlue не работает, это тоже не соответствует техническому регламенту. Продавцы сплошь и рядом продают машины неисправные. А посему в договоре должно быть полностью отражено, что в машине неисправно. Если это не написано, если написано, что это транспортное средство, марка такая-то и тому подобное, это уже нарушение договора купли-продажи, если машина не имеет права передвигаться по дорогам, не является транспортным средством. Точнее, она является транспортным средством, но с нарушениями эксплуатационных показателей. То есть, грубо говоря, автомобиль должен продаваться как автомобиль, а не как ведро с болтами на колесах. Да еще за бешеные деньги. Вот так.